За кадром я, Альберт Гаймян, в кадре Маргарита Крикон. И мы узнаем, какие у нас новости. Маргарита, расскажите, пожалуйста, кто к вам обращался за последние дни из журналистов? Блокнот Краснодар, сочинские журналисты, RT, Пятый канал. Скажите, пожалуйста, вы считаете, это все благодаря чему? Это все благодаря общественной поддержке. Ну да, я также предполагаю. Вот вы выкладывали видео о том, что происходит в детской инфекционной больнице. Расскажите, пожалуйста, откуда это видео у вас появилось? После того, как мы начали выкладывать материалы в YouTube, мне позвонила девушка Евгения, которая сказала то, что у нее есть видео из детской инфекционной больницы, и то, что она нам разрешает его опубликовать. Что на этом видео? На этом видео мы видим, как люди с детьми, мамы с детьми лежат в коридорах. Некоторые дети даже лежат на стульях. В больнице, ну, понятно, что в больнице беспорядок, так не должно быть, чтобы дети лежали в коридоре. Евгения скоро к нам присоединится, так как она сейчас, так как ее ребенок сейчас приболел, как и ребенок выздоровеет, обязательно она даст интервью и расскажет нам более подробно о том, что происходит в детской инфекционной больнице на данный момент. Ясно, спасибо.